Добрый день! С вами Промэлектрика. Предлагаем неэкранированный индуктивный датчик с дистанцией срабатывания 8 мм в цилиндрическом корпусе М18. Особенности датчика. Двухпроводной выход, напряжение от 90 до 240 вольт переменного тока. Электрическая схема 1НО. Материал корпуса – латунь. Частота срабатывания – 20 Гц. Степень защиты – IP67. Корпус пыленепроницаем и защищен на случай кратковременного погружения в толщу воды. Присоединение. Кабель 2 метра. Рабочая температура. От минус 25 до плюс 70 градусов. В наличии широкий ассортимент низковольтного оборудования. Доступен наличный и безналичный расчет. Контактная информация в описании. Ждем вас!